Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Сакаст, и сегодня у нас Marvel Strike Force. В сегодняшнем видео мы будем с вами открывать сферы. Накопилось у меня уже большое количество, то есть 37 красных, уже 2 элитные есть. Пока на данный момент прокачиваю Ультимуса, как раз для будущего обзора. Ресурсов пока нет, соответственно, видео поэтому не выходит. Сейчас еще немножко приболел, надеюсь, по голосу это не сильно заметно. Так что давайте, наверное, откроем все это дело, посмотрим, что выпадет мне. Как вы знаете, обычно мне ничего путного не выпадает, но может в этот раз мне повезет, я наконец-то выбью себе 7 красных звезд. Но это, конечно, было бы в идеале, но, как показывает практика, это слишком, наверное, редкое явление. Особенно на моем аккаунте, поскольку у меня нет еще ни одного персонажа с 7 красными звездами. Давайте начинать. Так, первая у нас сфера, поехали. Так, хорошее начало. Есть Хеймдаль уже на 4 звезды. Хеймдаль мне, наверное, пока не нужен, да, потому что у меня, в принципе, его нет еще. Так, сейчас идет у нас, кстати, увеличенный дроп на Хеймдале. Надеюсь, он не только мне будет падать постоянно один Хеймдаль. Потому что 4, по идее, мы выбили, да. Можно сейчас было бы, наверное, остановиться с открытием сфер. И на это все дело забить, потому что... 10% увеличенного шанса, да, на этого героя, это, конечно, круто. Как раз мы уже получили выхлоп с этого. Ну, давайте посмотрим. Так, пока выпадает ничего больше интересного, то есть одни дубликаты. Ну, скоро, так, на самом деле, такие открытия так и будут, да, происходить. Так, еще у нас, получается, страйф, по-моему, не было, да, мы его, да, отлично, получили страйф, очень неплохо. Так, 4 каратель, не помню, да, у меня 2 как раз каратель. Каратель подняли немножко, но, правда, я не качаю его, поэтому, ну, лишним не будет, как говорится. Такой герой тоже всем пригодится. Рано или поздно я все равно подкачаю его, хотя бы на 11-ю, на 10-ю категорию, да, чтобы он уже мог себя комфортно чувствовать. Так, дала. Ну, задачу, конечно, минимум мы выполнили, да, получили Хеймдаля. То есть для обзора потом, естественно, это пригодится мне, да, на будущее. Так, даже, кстати, не посмотрел, что выпало, уже сразу так проклацал, потому что по привычке ничего не падает. На самом деле, я хотел бы, наверное, здесь получить, знаете, героев из фантастической четверки что-нибудь. То есть любой герой, там, с хорошим количеством звезд, меня бы, честно говоря, порадовал бы. Ну, пока так, не знаю. Конечно, вот с этих сфер я, честно говоря, ничего не жду. Просто уже так открываю их. Но мало ли повезет. Так, мистик, да? На 3 звезды 2 раза подряд. Шанс, знаете, какой выпасть, чтобы выпало мистик 2 раза с одинаковым количеством звезд. Вообще минимальный, по-моему, в этой игре, но... разработчики этим балуют, да? Так, невидимка. Вот невидимка бы выпала мне там хотя бы на 3, по-моему. Было бы вообще классно. Так, остается у нас последняя как раз-таки сфера. Ну и еще одна мистик. Так, что по итогу мы получили? Хеймдаль, страйф. Получается 2 четверочки, 2 двойки, да? Ну, конечно, более-менее, я бы сказал. Это мы потом посмотрим, естественно. Так, у нас 3 элитки есть, да? 3. Отлично, давайте начнем. Первая элитная звезда. И страж Кри у меня на 6 звезд. Поэтому это слабовато будет. Дальше у нас пятерочка. Что тут? Красная звезда, то есть гидра, танк на будущее. Почему нет? Ну и последняя. Немор. Немор у меня, кстати, дубликат. Да, просил фантастическую четверку, да, ребята. А вот если так, наверное, посмотреть, то давайте даже посмотрим, да, это дело. То есть. Сейчас пока не будем вербовать. Пару секунд и завербуем все это дело. Если так посмотреть по фантастической четверке, да, собираюсь я, кстати, видео скоро выложить по ней, что это одна из моих любимых патчек вообще Marvel Strike Force. Так, видите, здесь получается так 3, да, 3, остальное по 2. И красный Немор у меня был 5-звездный. Блин, ну конечно, не, на самом деле это прикольно, что мне выпал, да, но это повторка, поэтому это, конечно, не особо круто. Так, ну давайте повысим по традиции героев, посмотрим, насколько они стали сильнее у нас. Ну, 16 тысяч уже, конечно, внушительные цифры для Стража Гидры.
Ну и карательная 9-я категория. Ну, на 4000 почти. Неплохо, да? Ну и все, два основных героя у нас как раз таки тут как новые, поэтому звезды есть красные, а пока их, к сожалению, пока еще нет у меня. Надеюсь, видео вам понравилось с открытием. Как всегда, рандом штука такая. Надеюсь, вам повезет больше. С вами был Кирилл Саркас. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи!